Уже в конце апреля на Тюмень-Ремдор-Маши планируют запустить новый цех металлообработки. А в мае в Исетском завод по производству упаковочной тары из полипропилена. В целом, с 2005-го за 10 лет активной работы объем инвестиций в Тюменскую область вырос в более чем в 4 раза. С 59 до 240 миллиардов рублей. По оценочным данным, в 2016-м этот показатель увеличился еще на 18% до 284 миллиардов. В регионе реализуется около 300 инвестпроектов на сумму, превышающую 1,5 триллиона рублей. Их запуск позволит создать тысячи новых рабочих мест и значительно увеличить налоговые поступления в бюджет.